Инцовская культура, это и архитектура, это и литература, физкультура, счет фактур. У нее инфраструктура, клиентура и цензура, и не будет диктатуры, каламбура и халтуры. Скороговорить, не скоровыговорить. Одинцовский центр развития культуры, так же, как и другие учреждения, перешел на удаленный режим работы. Известный ведущий Георгий Корчагин говорит, что он полевой боец, привык работать вживую, и новый опыт дается непросто, но относится к этому с интересом. В результате общего мозгового штурма появилась эстафета скороговорок. Сначала была идея взять какую-то готовую скороговорку, но мы поняли, что это не очень интересно. Мы решили, что скороговорку нужно написать, нужно сочинить, и она должна быть идейно связана, собственно говоря, с тем городом, в котором мы живем. Первая скороговорка посложнее, рифмуется со словом «культура». Вторая, детская, попроще. Здесь мы исходили из того, что рифмуется со словом «Одинцово». И вообще буква «С», если я правильно понимаю, она для многих малышей является достаточно такой сложной и проблемной. И наша мысль была, чтобы скороговорка была не просто какая-то смешная и дурацкая или веселая, а чтобы она была еще и, ну, пользу какую-то приносила. Поэтому я поеду в Одинцово, там на улице Скворцова. Кстати, много критики мы получили за то, что в городе Одинцово улицы Скворцова нет. Теперь Георгий вместе с детьми проводит соревнования по видеосвязи, кто лучше и быстрее расскажет скороговорки. Ну что, готов? Да. Давай. Я поеду в Одинцово, там на улице Скворцова. Побеждают, конечно же, дети. Кстати, в эстафете продолжают принимать участие многие жители нашего округа. Прекрасный способ провести время с пользой. Елена Морозова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».